Привет, меня зовут Мария Новичкова, мне 11 лет. У меня большой опыт съемок, кино, рекламах и озвучивания. Я очень люблю кататься на лошадях. Хотя я начала заниматься верховой ездой сравнительно недавно, но это была мечта всей моей жизни. Я живу в городе, но когда мы поехали на курорт, там были рядом занятия с лошадьми. Я занималась 1,5 недели. И сейчас я умею нормально ездить рысью. Конечно, не всегда было все очень классно, что у меня все получалось. Иногда попадались не очень хорошие кони. Например, последнюю мою тренировку конь вчера очень много работал. И теперь он устал и не хотел ездить рысью или быстро ходить. Я очень старалась его заставить, но у меня не получалось. Тогда моя тренерша, она не понимала, что конь сам этого не хочет, а думала, что у меня плохо получается. Тогда она начала говорить, что у меня все плохо получается, и надо больше стараться. Мне было очень обидно, конечно, то, что ведь эти упреки, то, что я не стараюсь, были неправдивыми, потому что это конь. Ну, конечно, в конце она сама попробовала ездить на этом коне и поняла, что просто конь не хотел ездить. Но, несмотря на это, все равно я очень люблю ездить на лошадях. И хотя не всегда все получается, но вот именно тот восторг, который ты ощущаешь, когда ездишь на лошади на большой скорости, на рыси, это просто очень классно. Когда я узнала, что там надо кататься на лошадях в рекламе, я поняла, что это самое идеальное, что мне можно предложить. Это самая идеальная реклама, в которой я бы когда-либо снималась, если меня возьмут. Я очень надеюсь, что меня возьмут, правда. Пока.